прошлом ролике обращение к президенту РФ по поводу ареста Платошкина уже было упомянуто, что на иждивении Николая Платошкина находятся его престарелые родители. Теперь они сами решили обратиться к президенту РФ. Суть их обращения, начало я тут лучше зачитаю. У них обоих, что понятно, в их возрасте 84-82 года, масса болезней. Кроме того, у них ни внуков, ни правнуков. И они пережили после ареста сына настоящий шок. У супруги в прошлом году был острый инфаркт. И отец Николая Платошкина боялся, что пережитый шок может закончиться для нее очень плохо. Происходящее они считают политическим заказом, главная цель которого – не дать им сыну возможности баллотироваться в органы власти. И именно поэтому они обращаются к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Они просят Путина вникнуть в ситуацию и поручить соответствующим органам провести проверку. Они воспитывали сына в духе патриотизма и любви к родине. И они просто не могут поверить, что предъявленные ему обвинения могут иметь хотя бы какие-то основания под собой. Они считают, что их сына явно оговорили. Они требуют прекратить уголовное преследование их сына и наказать виновных в этом произволе. Кроме того, они очень благодарят всех, кто поддержал Николая Платошкина, и уверены, что с их помощью удастся добиться того, что справедливость восторжествует. Ну, давайте теперь посмотрим обращение. Дорогие соотечественники, я, Платошкин Николай Иванович, отец Платошкина Николая Николаевича. Мне 84 года. Со мной сидит супруга. Ей 82 года. У меня, как у супруги, масса болезней. Значит, без него нам трудно. У нас нет ни внуков, ни правнуков. И, конечно, вот этот шок несут осудилище, которое, значит, мы увидели в планшете. Это привело нас в шок. Супруга сразу легла на диван и залилась слезами. Ну, я человек покрепче, но все равно у меня по лицу тоже потекла скупая мужская слеза. У супруги инфаркт был в прошлом году, острый инфаркт. И я боялся, что действительно, понимаешь, вот этот повторный инфаркт может свести ее, так сказать, на тот свет. Суд, который состоялся, но не суд, а судилище, это, я считаю, политический заказ, чтобы сына оградить от всех выступлений, которые он выступает, значит, ездить по регионам, с тем, чтобы исключить его из таких массовых мероприятий, чтобы он не баллотировался и в Госдуму, и в Национальное собрание. Я обращаюсь, Владимир Владимирович Путин. Мы, родители Платошкина Николая Николаевича, просим вас вникнуть в ситуацию с арестом нашего сына и законностью возбуждения уголовного дела и дать указание соответствующим органам провести проверку. Мы воспитывали своего сына в духе любви к родине, патриотизму и не верим в обоснованность обвинений. Здесь явно говорили нашего сына. Мы требуем прекратить уголовные преследования Платошкина Николая Николаевича и наказать виновных в этом произволе. Если не задумали, я что-то так вот. Я не знаю, почему его обвинили в этой статье, когда базы фактически никакой нет. Всех, кто вступил в защиту сына, мы выражаем большую благодарность. Дорогие друзья, я считаю, с вашей помощью мы все это дело победим, и справедливость восторжествует. Добавлю от себя, я тоже не верю в обвинения, предъявленные к Николаю Платошкину, и считаю, что подобные методы политического соперничества недопустимы. Ну и кроме того, старость обязана уважать все, в том числе и я обязана уважать и власть придержащая. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите в конечных заставках.